Добрый день! Вы на канале Нотатки экскурсовода. Меня зовут Марина. Я экскурсовод из Мукачева. Я сегодня запишу для вас два таких небольших видео. Я бы даже так сказала, две миниатюры. Одна из этих миниатюр будет посвящена, извините, маслобойке. Но я была бы не я, если бы не придала этому небольшому описанию такое вот романтическое значение, романтическое звучание. Начну я с фразы, которая касается и масла, и блогеров. А звучит она так: чтобы лампа светила, нужно всегда добавлять в нее масло. Эти слова принадлежат матери Терезе. А я скажу, чтобы блогер успешно развивал свой канал, на него нужно просто на него подписаться, потому что статистика показывает, что смотрящих видео всегда больше, чем тех людей, которые на это видео подписались, вернее, на этот канал подписались. Еще раз говорю, это полсекунды, а блогерам это очень и очень приятно. Итак, сегодня речь пойдет о маслобойке, и вы потом увидите небольшое видео, как работает маслобойка, старинная маслобойка в Закарпатье, в Варшавском районе. Почему масло подсолнечника, я бы так вот сказала, это масло непростое? Потому что сам подсолнечник, само растение тоже непростое. Родиной его является Северная Америка. И там подсолнечник выращивали уже 4500 лет тому назад. Что из него делали? Ну, конечно, им любовались. Он невероятное красивое растение, вы все об этом знаете. А его семечки просто жарили и смешивали их с другими зерновыми, с бобами, с орехами и употребляли в пищу. Чуть позднее догадались, правда, никто не знает, как можно получать масло. И вот это масло использовали не в еду, только для того, чтобы красить кожу, красить волосы, красить ткани. И также использовали это масло как солнцезащитный крем. Когда узнали о подсолнечнике европейцы, они узнали о подсолнечнике в 1510 году, когда, мягко так скажем, испанские моряки, мы не будем говорить слово завоеватели, они очень много собрали мешков с семенами подсолнечника и отправили их в Европу. 1510 год. И что вы думаете, на протяжении 200 лет, 200 лет этим цветком исключительно любовались? Впрочем, им любуются и до сих пор. И тому подтверждение картины Ван Дейка, картины Климта, картины Ван Гога. Они всем очень хорошо известны. Я даже не буду выкладывать их на своем YouTube-канале, все прекрасно знают. Любовались этим цветком 200 лет. Представляете, какая магия этого цветка? И вот в 1700... Ой, я могу ошибиться, сейчас я посмотрю дату. Значит, проходит 200 лет, и в 1716 году англичане, и это подтверждено патентом, англичане все любят очень скрупулезно записывать, они стали, а этот патент, вернее, они получили на то, чтобы использовать семена подсолнечника для производства подсолнечного масла. Не очень-то прижилось подсолнечное масло в 18 веке, в начале 18 века в Западной Европе. И случается так, что на рубеже 18 и 19 веков это подсолнечное масло и сам, вернее, подсолнечник в начале, он попадает в тогдашнюю Российскую империю. И самой благодатной местностью для выращивания подсолнечника, конечно, была Украина и Кубань. Но мы живем в Украине, поэтому я буду говорить о Украине. И вот в 19 веке, начало 19 века, это начало массовых посадок, таких вот плантаций подсолнечника в Украине, а также начало
того, что в Украине начинают производить таким вот образом старым, древним, который вы сегодня увидите в моем видео, подсолнечное масло. Сейчас Украина является лидером, экспортером подсолнечного масла в мире. Украина экспортирует подсолнечное масло в 64 страны. Что же тут романтического, скажете вы? Давайте, от красоты вот этого цветка, который имеет такое красивое еще название, как подсолнечник. Вернемся опять же в Великобританию. И в Великобритании, вот я сегодня прочитала потрясающую статью о производстве подсолнечного масла, об истории этого производства. Ну, я думаю, что это неинтересно будет узнать, там все детали производства, как это делается. Но эта статья, которая написана доцентом кафедры растениеводства Оксфордского университета, а зовут этого человека Стефан Харрис, называется, вы не поверите, она называется «Как сделать солнечный свет жидким». Представляете, сколько романтики в бутылке обыкновенного подсолнечного масла, которое мы покупаем очень часто. И как только оно заканчивается, мы бежим опять покупать, потому что без него никак. Сейчас пост, и вот для людей, которые верующие и соблюдают пост, это масло названо постным, и церковь признает, что в пост его можно употреблять. Но согласитесь, что такой красивый процесс вы сегодня увидите на старой-старой закарпатской маслобойне, которая называется «Как делать солнечный свет жидким». И когда вы будете покупать очередную бутылку подсолнечного масла, то обязательно вспомните Стефана Харриса, доцента Оксфордского университета. Вы покупаете не просто бутылку масла, вы покупаете жидкий солнечный свет. Вторая часть моего видео будет маленькая, она будет посвящена печке и лесу. Вот что ни говорите, людям очень нравятся старинные вещи. Я не исключение. В прошлом году вот я нашла себе прялку и купила ее, отреставрировала эту прялку. И она мне помогает не сколько прясть, потому что я еще очень активный образ жизни веду и много путешествую. Сколько напоминать своим слушателям о том, что прялка, на прялке можно такую ниточку сделать, которая свяжет прошлое и настоящее. И вот такой ниточкой, которая связывает прошлое с настоящим, являются и магазины, где антикварные магазины, или просто магазины, где можно купить старинные вещи. И вот у нас почему-то какой-то старинный кувшинчик, или щипцы для камина, и там можно много перечислять, лампы старинные, керосиновые, приводят в восторг. Просто некоторые люди эмоционально, как я, могут выразить свой восторг, некоторые же его тщательно прячут, но все равно что-то в душе шевельнется. И вот вчера я еще посетила вот такой магазин, где вы не можете купить предметы старины, но в интерьере очень много этих предметов старины. Я же там для себя увидела печку. Я уже говорила, что я сама приехала из Крыма,
И в Крыму я жила, когда свое детство в доме у бабушки и дедушки в Евпатории, у нас была печка вот точно такая. И представьте, да, расстояние между Крымом и расстоянием в Закарпатье, и эти печки типично оказались и для закарпатских сел. Я очень обрадовалась и тут же сделала фото. В этом магазине можно попить кофе по закарпатской традиции и продолжить дальше путешествовать весенним закарпатским лесом, который, несмотря на то, что он еще не покрыт, деревья еще не покрыты листвой, этот лес прекрасен. Какое же я сделала для себя открытие сегодня, потому что ну, чувства тебя переполняют, ты на природе, простите за такую банальную фразу, но в стихах выразить это не можешь. Но есть интернет-помощник. И тут я для себя открыла поэта, которого звали Константин Фафанов. Он родился в Петербурге в 19 веке. И известный поэт Валерий Брюсов писал о нем так. Настоящий, прирожденный поэт, Божьей милостью. Наверное, так, потому что я, живя уже в 21 веке, его стихотворение «У печки» нашла вот отражение всем тем чувствам, которые испытывала вчера на своей вот весенней прогулке. Итак, Константин Фафанов «У печки». «На огонь смотрю я в печку, золотые города». Мост через огненную речку исчезает без следа, и на месте ярко-алых золоченых теремов лес из пламенных кораллов блещет искрами стволов. Чудный лес недолог. Скоро распадется он во прах и откроется для взора степь в рассыпчатых огнях. Но и пурпур степи знойный догорит и отцветет, мрак угрюмый спокойной своды печки обовьет. Как в пустом забытом доме, в дымном царстве душной мглы, ничего не ставит, кроме угля, пепла и золы. Но уголь, пепел и зола выметаются из печи, туда опять можно класть дрова, и печь будет согревать новые и новые поколения людей. А люди, которые собирают предметы старины, являются вот такими вот посланниками, не посланниками, как бы это сказать, вот люди, которые собирают предметы старины, собирают просто звенья, которые связывают нас с прошлым. Но напомню вам, что все-таки первая моя миниатюра была посвящена маслу, и я начала ее словами матери Терезы, что лампа светит только тогда, когда в нее добавляют масло. Блогер может работать только тогда, когда его видео не только смотрят, но и подписываются на это видео. Что ж, будьте здоровы, берегите себя. Весна скоро придет в своей полном, такой в полной красе, и в Ужгороде зацветет сакура. И я думаю, что об этом будет отдельный рассказ. Берегите себя, будьте здоровы. Пока-пока. Увага! Хочу вот это.